For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the dragonborn's come. Ah, спасибо, Лидия, что донесла мои вещи. Спасибо. Лукаурелия и посох Магнуса теперь здесь, как мои трофеи, как мое прошлое, как мое настоящее. Но седобородые ждать не могут. Нужно идти к ним. Они что-то от меня хотят. Поскольку теперь я не только великий маг всея Тамриэля, в скобочках нет. Но еще и Довокин, который умеет... Ну, наверное, я не буду здесь кричать, а то мне... Мне очень часто напоминают о том, что в городах вообще не стоит использовать магию, доставать оружие, кричать уж точно. Но думаю, что здесь... Да. Можно это все дело продемонстрировать, но неплохо, неплохо. Это, конечно, очень крутая способность, но чувствуется мне, учитывая, какая новая проблема надвигается на весь мир, можно сказать, драконы. Ой-ой-ой. Это очень важно, это, видимо, мне придется решать, учитывая, что, судя по объяснениям, Довокин это... Человек. Полудракон, получеловек, способный убивать драконов. Где находится их замок или что, где они? Вот, высокий Хродгар, мне сюда. Но! Метка стоит на Айверстад. То есть мне сначала в Айверстад. Хорошо, Айверстад это... А, я... О, это рядом с пещерой Хеймера. Так я тут был. Пробегал там как минимум. В Айверстаде, конечно, не был, но... Но помнится мне... Если вот сюда зайти, то там, по идее, должны быть Даэдра, мои знакомые, скажем так. Окей, дальше дойду пешком, в принципе, здесь недалеко. Охотники здесь. Красивое место, кстати. Скалы очень круто выглядят. А? Издеваетесь? Ну, как бы вам объяснить, ребята? Я как бы не то, что больше не вампир, как бы... Тебе дам. Давайте, может, вы, ну, как бы обдумайте свои решения и все-таки не будете. Просто если вы будете нападать на меня до конца жизни, для вас этим ничем хорошим не закончится. Я больше не вампир. Когда вы это... Запомните, да не хочу я тебя убивать. Да, сдавайся дальше. Потом нападать на меня еще будете в спину, да? Большое спасибо. Не являюсь вампиром на протяжении больше, чем месяца. Но никто не может донести до них эту информацию. Единственный, кто об этом знает, это я. Они со мной общаться не хотят. Может мне прям к ним сходить туда? Расскажу им, что как бы типа я больше не вампир. Но тут играет другой момент. Я все еще являюсь их предводителем. Я все еще лорд. Как бы мне это нравилось или не нравилось. Ну, в смысле, нет, мне нравится быть лордом вампиров, потому что я управляю той горской вампиров, которая не убивает людей, которые не охотятся на человечество в целом, которые не питаются людьми. Вау!
просто волки, я думал. Попал в козу. Я думал, это что-то помощнее. Какой-то домик. Что за домик? Хижина алхимика. О, алхимика. Наверняка у тебя тут дофига ли... путеводитель по королу. Не знаю, что это, кстати говоря. Так, да, если это алхимик, у тебя должны быть всякие бабочки в банке. Дневник алхимика. Давай я у тебя соберу. Это тебе, наверное, больше не нужно, учитывая, что его здесь больше нет. Потом дневник его прочитаю. Правда, у меня закончилось место на книжных полках дома. Поэтому некоторые... Ах, да, я же хотел повыкидывать. Квестовый предмет. Угу. Это мне все не нужно больше. Странные звуки. А это олени. Олени милые существа, они хотя бы не нападают. Вы издеваетесь? Видимо, да. Какого черта? Это просто лес. Обычный лес. Что тут забыли паути? Так, а там волки просто. Я увидел что-то похожее на какое-то человекообразное просто фигура была. Очень непонятно. Медовая пещера. Медведи я буду сторожиться. Не являюсь их фанатом, уж точно. Вот и Айворс тут. Может, седобородые меня примут просто, потому что... Ульфрик говорил про высоких Ротгара. Высоких Ротгар это вон там. Вон туда вот подниматься. Что-то, что-то про 10 тысяч... 10 тысяч шагов. Мне, конечно, не весело от этого становится. Айворс это обычная деревня, то есть здесь... Ну, тут есть таверня. Таверна Вайлмер. Запомню. Но что-то мне подсказывает, что больше ничего... Коринирно слышу. А вот он. Коринирно мне нужен. Коринирно полезная вещь. Вот люди живут своей жизнью, пахают... Работают на ферме. Что-то мне подсказывает, что да, наверх. Опять идешь на 7000 шагов, мимо. Не сегодня. Не готов я пока лезть на высокий Кротгар. Дорога небезопасна. Небезопасна? А разве седобородые не ждут тебя с припасом? Честно, я не уверен. Меня еще ни разу не пустили в монастырь. Может, когда-нибудь? В смысле небезопасно? Но... Окей. Но все-таки, в смысле небезопасно. Сейчас я уже предвижу, к ним приходит Архимаг Винтер. Я понял, что значит небезопасно. Видимо, к ним сейчас приходит такой Архимаг. В прошлом вампир. Еще и являющийся соловьем. Да, я думаю, седобороды будут рады. Просто безумно. Ну, значит, что Довокином стал достойный человек, который уже чего-то добился. Хотя я буду продолжать говорить, что став архимагом,
Я ничего для этого не сделал. Ну, в смысле, да, я разгадал всю эту ситуацию с НК, но я разгадал всю эту ситуацию вокруг Винтерхолда, ока Магнуса, достал посох Магнуса. То есть я доказал, что я что-то понимаю в магии, но в этом-то и прикол, что я что-то понимаю в магии. Я в ней не разбираюсь настолько идеально, насколько в ней разбирался Савос Аарон. А Савосу Аарону было, ну, много лет, я думаю. Савос Аарон познавал вещи, я тоже пытался познавать вещи, некоторые я даже познал, но мне это не дает как бы никакого, скажем так, при... Кто там? Я владел молнией, можно сказать, что практически идеально. Однако я не являюсь даже адептом школы разрушения и вообще ни одной школы. Мне кажется, что все-таки для того, чтобы достойно стать архимагом, нужно большего добиться. В смысле, понимать, как работает иллюзия, как работает изменение, колдовство. И, в принципе, все школы хотя бы на уровне адепта. Я уже не говорю о том, что как бы знание на уровне эксперта просто необходимо. Хоть в одном. Что вот это? Знаю табличка. Надпись 3. Юные души людей были сильны в старые времена. Они не страшились войны с драконами их голосами, но драконы криком разрывали им сердца. Оптимистично. И это что, мне каждый раз подниматься вон туда? По этой тропинке. Чтобы что-то им объяснить, чтобы что-то им рассказать. Я сомневаюсь, что обучение проходит только в монастыре. Как я уже понял, сами по себе крики, они получаются только после путешествий по пещерам, в которых есть эти драконьи камни. Возможно, они просто научат меня его использовать и... узнавать, как их использовать. Как я понял, для этого нужна душа дракона. Причем любого дракона. Господи, где конец у этой дороги? Где же он? Тролль. Спускайся давай. Это тролль, который просто так, видимо, не умрет. Которому просто необходимо... О, рубин, отлично. Находить в тролле рубины, это да, это моя специальность. Откуда у него? Увидел блестяшку, сказал, ой, блестяшка, и взял или что? Господи, седобородый, вы не могли еще выше куда-нибудь забраться? Тут хотя бы к ним тропинка есть, а то пришлось бы по вот такому вот склону подниматься просто без тропинки. Вот это было бы весело, конечно. Просто безумно весело. Нет, ну серьезно, где конец? Я уже... Нифига себе я поднялся. Это ветреный пик? Вот это вот. Это точно ветреный пик? Должен быть он. Потому что я обошел гору по кругу. Седобородые. Я к вам иду. Почему нет никакого крика телепортации? О, вот это оно, видимо. Да-да-да. Господи, я дошел. Да, каждый раз сюда опускаться. И святилище Таус у вас здесь есть. Но это, видимо, да, это просто печати. Господи.
Как это было долго? Что у вас здесь? О, это мое. Вы уж извините, но это я все забираю себе. Заслужил. Пустой сундук. А почему пустой сундук? Зачем он здесь нужен тогда? Я попал сюда. Красиво у вас здесь. Ну да, седобородые выглядят именно так, как я их себе представлял. С бородой. Итак, на переломе эпох в мире появляется Давакин. Ты называешь меня Давакином. Что это значит? Сперва давай проверим, что ты действительно Давакин. Дай нам оценить твой голос. Да, надеюсь, что я продемонстрировал вам божественную силу, безжалостную. Не бойся, твой крик не причинит нам. В смысле, прям на вас? Ну. Давакин, это ты. Добро пожаловать на высокий... Тебя буквально сюда использовал. Я мастер Арнгейр. Я говорю от имени Седобородых. Теперь скажи мне, Давакин, почему ты здесь? Кто вы и что это за место? Мы седобородые, последователи пути голоса. Ты стоишь на высоком Хротгаре, на склонах священной горы Кинарет. Здесь мы говорим с голосом неба и пытаемся достичь равновесия между внутренним миром и внешним. Я хочу учиться. Ты воистину Давакин. У тебя есть врожденный дар. Но хватит ли тебе воли и характера, чтобы пройти по пути, который перед тобой открывается? Это еще предстоит увидеть. Даже без подготовки ты уже обращаешь свой голос в ум, то есть в крик. А теперь посмотрим, как ты любишь и умеешь учиться. Когда ты используешь крик, ты говоришь на языке дракона. Кровь дракона дает тебе врожденную способность изучать слова силы. Все крики состоят из трех слов силы. Каждый раз, когда ты овладеваешь словом, твой крик становится сильнее. Мастер Эйнард научит тебя «ро», второму слову в безжалостной силе. «Ро» означает равновесие на языке драконов. Соедини его со словом «вкус» — силой, чтобы еще больше отточить свой «ту». Как мне это? Бей врагов своей безжалостной силой, когда они приблизятся. А, я понял, окей.
Прости, Эйнар, я не хотел. Еще? Ты быстро учишься. Еще раз. Лоса! Пус! Рок! Впечатляюще. Твой ум идеален. У тебя явный талант, Давахин. Следующее испытание мы проведем во дворе. Ступай за мастером Борри. У вас и двор есть. Это что там такое? Вот это вот. Теперь посмотрим, как ты освоишь совсем новый крик. Мастер Борри научит тебя слову «вульт», что означает «вихрь». Так, подождите, а как он работает-то вообще? Что он делает? Мастер Вульгар покажет тебе стремительный рывок. Потом будет твоя очередь. Мастер Вульгар, Экс. А, я понял. Ну давайте. Неплохо, но безжалостная сила мне нравится больше. Такое быстрое овладение Туум просто поражает. Я слышал легенды о способностях дракона рожденных. Но увидеть самому... Спасибо. Что теперь? Теперь тебе предстоит последнее испытание. Да будь рок Юргена Призывателя Ветра, нашего основателя, из его гробницы в древнем Устенгреве. Не сходи с пути голоса, и ты возвратишься. Кто такой Юрген Призыватель Ветра? Он был великим военачальником древних нордов. Мастером голоса или языком. После катастрофы на Красной горе, когда была уничтожена армия нордов, он много лет пытался вникнуть в глубинный смысл этого ужасного поражения. Он осознал, что боги покарали нордов за гордыню и недолжное использование голоса. Он первым понял, что голос следует использовать только для молитвы и прославления богов, а не для прославления людей. Юрген, призыватель ветра, мастер голоса, сумел преодолеть все препоны. И так родился путь голоса.
Что такое путь голоса? Голос даровала нам богиня Кинарет на заре времен. Она дала смертным возможность говорить, как говорят драконы. Хотя этот дар часто использовали не так, как следовало. Единственное истинное назначение голоса — славить богов. На пути голоса истинного мастерства можно добиться, лишь достигнув гармонии духа и тела. Мы пытаемся достичь этой гармонии, созерцая небо, царство Кинарет, и практикуясь в использовании голоса. Но я же не следую вашему учению, почему вы помогаете мне освоить голос? Давакин — исключение из всех правил, ибо кровь дракона — это дар богов. Если мы принимаем один дар, разве можно отказываться от другого? Драконорожденный получает способность кричать от самого Акатоша. Поэтому мы хотим научить тебя использовать твой дар, который позволяет тебе достичь того, что недостижимо для других смертных. Ну хорошо. Да направляет тебя ветер. Спасибо. Юрген, призыватель ветра, древний Устангрев. Это где? Это около Морфола. Ну, значит, я туда отправлюсь. Прямо сейчас? Да, думаю. Почему бы и нет? Я думаю, что... Вот такой путь я проделаю. До Вайтрена. И от Вайтрена уже поеду в Морфол к Юргену Призывателя Ветра.